Вот эта папка Google. Google, так, да. Gmail, буковка M. M, да. Оплачивать коммунальные услуги без комиссии и быстрее передавать показания приборов учета – в этих и многих других вопросах помогли разобраться старшему поколению. В Одинцовской библиотеке номер 1 прошло занятие по пользованию онлайн-сервисами. Данное занятие, оно также является частью направления «Компьютерная грамотность» нашего проекта «Активное долголетие». Плюс у нас разработан и скоро опять начнет действовать проект «Твой друг смартфон», где мы будем обучать грамотности именно работы с гаджетами, мобильными телефонами. И скоро начнем компьютерную грамотность именно с ПК и с ноутбуками. Участники мастер-класса задавали вопросы, а сотрудники информационно-расчетного центра помогали разобраться со всеми затруднениями. Вот, допустим, капитальный ремонт можно уточнить. То есть объем мы умножаем на тариф и получаем начисление, из чего складывается данная сумма. На базе клуба «Активное долголетие» впервые, но я думаю, что мы будем проводить такие мероприятия на регулярной основе, чтобы дать возможность закрепить полученный сегодня материал и начать его активно использовать. Пройти обучение можно и в центральном офисе на Новоспортивной 10. Повысить свой уровень пользователя онлайн-услуг может каждый житель. Это культура оплаты жилищно-коммунального хозяйства, да, и культура грамотности нашего населения. Потому что они разбираются, они понимают, и это денежки, которые можно сэкономить. Тем более, ну, мы уже все давно ходим в магазины, мы активно пользуемся интернет какими-то, да, программами Озоны. Все вот это активно входит в нашу жизнь, и в том числе старшее поколение активно подключается. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».